В Алматинской области начал работу новый завод по производству вольфрамового концентрата. Его мощность почти до 3,5 миллиона тонн в год, а общая сумма инвестиций в проект составила 350 миллионов долларов. О запуске предприятия доложили премьер-министру Олжасу Бектенову на совещании по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в рамках исполнения послания президента. Развитие этой отрасли требует активного участия отечественных финансовых институтов. Глава Кабмина поручил Министерству промышленности и строительства совместно с холдингом «Байтерек» разработать модель для создания кластера с полным циклом производственной цепочки от добычи сырья до производства продукции глубокой переработки. Минпрому также дано задание проработать вопрос создания лаборатории с международной аккредитацией.